так вот. Ого, я не понял. Ребята, что с моей машиной? У меня машина развалилась на две части. Что же это такое-то, а? Ребята, машина развалилась на две части, посмотрите. Посмотрите, ребята, моя машина развалилась на две части. Остался один кусок автомобиля. Вот это прикольно. Посмотрите, я еду на двух колесах практически. Вау! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик. А также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья. Вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра. И мы продолжаем играть в Earth to Die, дорогие друзья. Ну что ж, машинки-зомби, погнали. Рейнс. Так, Рейнс — это мозги по-английскому, ребята. Он говорит: мозги, отдайте мне мозги свои. А у нас, ребята, здесь мороженое воска. У нас грузовичок вот такой вот. Пикапчик. Давай, 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 давай. Отлично, рафик такой, да? Мы на рафике едем, дайте нам дорогу. Вау. Ой, должны были взорвать бомбу, но не сошлось. Ребят, бензин закончился, у меня пишет мне. И это очень, ребятки, плохо. Так, потому что, ребятки, бензин нам нужен. Так, ну что ж, ребята, мы можем купить. Так, ускорение, ребята, пока нам недоступно. Надо 18 тысяч. Давайте купим, собственно, наверное, улучшение двигателя. Все, ребятки, улучшение двигателя мы купили. Теперь поехали. О, ребятки, намного быстрее машинка едет-то. Посмотрите, как круто. Намного быстрее автомобиль наш едет и преодолевает практически все препятствия. Вау. Вау, ребята. Вау, ого, да. На этот раз, ребята, у нас получилось подорвать эту бочку, которую мы в прошлый раз, ребятки, не смогли подорвать. Таким образом... заканчивается. Опа, мы денежку взяли, ребятки. И бензин как раз закончился у нас, когда мы взяли денежку. Так, и в итоге у нас 26 тысяч, ребят. Мы можем купить, ребят, ускорение. Это очень круто. Теперь погнали. У нас уже есть, ребятки, ускорение. И мы его, наверное, где-то должны применить, это ускорение. Сейчас только посмотрим, где, ребятки. Вау, вау, вау. Пошел, 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 пошел. Поехал, поехал, поехал. Отлично. Просто круто, просто замечательно, ребята. Я считаю, что это просто круто. Давай, 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 давай. Ого, да, ребята, я применил ускоритель именно там, где надо, но машина у меня, ребята, поломалась, дорогие друзья. И таким образом... я что, через ящики не проеду? Давай, 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 хоть чуть-чуть проедь. Все, ребята, бензин закончился, пишет мне. И машинка моя, ребятки, в дребезги. Вы видели? Это просто нужно было видеть, ребята. Так, ну что ж, давайте купим себе новый бак бензина и погнали, ребята. Все, теперь у нас бензина намного больше, чем ожидалось. И мы теперь сможем вылететь. Пошел, пошел, поехал, поехал. Давай, давай, давай. Газу, газу, газу. Да что ж ты будешь делать, а? Вау, отлично. А, не перелетели. У нас заканчивается, но мы не сдаемся. Мы продолжаем ехать, дорогие друзья. Вай. Вот это здесь видели, какие водосточные трубы. Отлично. Так, а до денег оставалось совсем, ребятки, немножко-то. Я бы взял таким образом там денежку. Так, давайте купим, ребята, ускорение и новые колеса. Все. Погнали. О, ребята, вот это да, вот на новых колесах я уже себя чувствую намного круче. Вот это прикольно. Отлично. Вау. Вот это мы, ребята, взлетели, конечно же. Автомобиль, ребятки, нас уже это разбит там. Уже, ребятки, все развалилось. Мы взяли денежку, отлично. Ого, ребята. Все, ребята.
ребята, двигатель сломан, машина дымит, горит мне, показывает. Вот это прикольно. Так, давайте посмотрим, что мы здесь купим. Наверное, броню. Все, броня, ребятки, у нас есть с вами уже. И мы, собственно, переходим дальше. О, ребята, мы уже пилим зомби. Круто, ребята. Вау-вау-вау, посмотрите, как это делается. Мы распиливаем на части. И нам уже намного легче ехать, ребята. Это просто замечательно. Это просто отлично. Ай-яй-яй, да что ж такое-то? Не могу никак проехать, дай мне проехать, что ли. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Ого, ребята, врезали. Здесь, конечно же, хорошо. Вообще, эта машина, ребятки, мне не особо нравится, но какая была, ребята, потому что та уже прошлая пришла в негодность. И нам предложили взять эту автомобиль, чтобы он там уже выдохся. На части опять. Так, ну что ж, что мы можем купить, дорогие друзья? Давайте, наверное, купим ускорение новое. Все, ребятки, погнали. Теперь у нас больше ускорения намного. Отлично. Зубриков режем на раз-два, ребята. Раз-два. Отлично. Раз-два-три. Отлично. Вау. Вот так вот. Ого, я не понял. Ребята, что с моей машиной? У меня машина развалилась на две части. Что же это такое-то, а? Ребята, машина развалилась на две части, посмотрите. Посмотрите, ребята, моя машина развалилась на две части. Остался один кусок автомобиля. Вот это прикольно. Посмотрите, я еду на двух колесах практически. Вау. Вот это да. Вот это, конечно, смешно. Таких приколов я еще не видел, ребята. Так, у нас есть 24 тысячи, ребята. И мы с вами можем купить бензин или лучшую коробку передач. Давайте улучшенную коробку передач купим. Погнали. Сильно, ребятки, у нас был большой удар об стенку, что нашу машину практически разломало на две части. Вот и все, в этом вся и беда, дорогие друзья. Вау. Вау, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Пощель, 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 поехал, поехал. Поехал, дорогой, давай, 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 давай по головам зомбиков. О, отлично, ребята, наш автомобиль показывает неплохие характеристики. И тем не менее, ребята, мы пытаемся играть дальше и ехать. Нам надо еще немножко, ребята, купить бензина, чтобы доехать до нового чекпоинта. И я так думаю, что мы уже до нового чекпоинта доедем уже, ребятки, совсем-совсем скоро. Так, мы покупаем бензин и покупаем перевес, наверное. Давайте так. Ребята, мы перелетели, мы видели куда. Ай-яй-яй-яй-яй, ударился об угол. Тем не менее, ребятки, мы это сделали. Ничего страшного, проедемся, посмотрим, как сейчас все это будет выглядеть. Давай, 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 по головам. По головам зомби мы едем. Ребята, наша машина погнулась уже, рама, вы видели. Но бензин у нас еще есть. О, мы взяли. О, вот это эпичный взрыв. Ребята, довольно-таки эпичный взрыв. А бензин уже пишет, что мне кончается. Ребята, бензин закончился, осталось мне до чекпоинта, вы видели, совсем немножко. Так что покупаем новый бензин, дорогие друзья, и поехали. Отлично, просто супер. Просто замечательно. Пошел, 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 пошел. Вау, 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 ребята. Брейнс, это означает мозги. Вот они, ребята, ищут мозги мои. Мне нужно заехать.
чтобы они меня не тронули, ни мои мозги, ни мои автомобили. Мне нужно добраться до аэропорта, потому что самолет летит, ребятки, улетит без меня. Ого, ребята, машина уже разбилась совсем моя. У меня уже нету крыши. Надо покупать новую броню. Новую броню надо покупать, ребята. Потому что уже не выдержит. Бензин уже моргает, ребятки. Он уже у нас на исходе. Бензин закончился. Да что ж ты будешь делать, а? Сколько вы этого бензина не покупай, все равно будет мало. Так, покупаем еще бензин. И покупаем, ребятки, новый двигатель. Все, теперь мы, наверное, доедем до чекпоинта 100%. Вау, отлично, отлично. Просто супер. Пошел, 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 пошел. Вау, ребята, вы видели, какая была эпичная авария. Я совсем не хотел, чтобы мой автомобиль разбился. Чисто случайно так получилось. Мы просто очень сильно ударились, ребятки, о стенку. И таким образом у нас так получилось, что наш автомобиль практически, ребята, погнулся на две части. О, ребята, о. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. И вот этот взрыв. Вот это да. Давай газу, 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 газу. Пошел, 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 пошел. Отличненько, дорогие друзья. И мы с вами проехали. Проехали этот чекпоинт. Наконец-то мы с вами проехали этот чекпоинт. Ну что ж, ребятки, это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, переходим, ребятки, в гараж и начинаем покупать улучшения. Так, давайте, наверное, начнем с ускорения, дорогие друзья. И погнали дальше нам проходить нашу нелегкую игру. У нас новый уровень, дорогие друзья. Поехали. Отличненько, отличненько, ребята. Давай едь по ящикам быстрее, 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 быстрее. Надо покупать, ребята, новые улучшения, потому что автомобиль быстро бьется. Надо покупать улучшения. Ого, вот это был фильтр. Так, ускоритель у меня, ребятки, пишет, закончился, но тем не менее бензин еще есть, и мы с вами продолжаем этот нелегкий путь. Ай, да все. Бензин закончился, ребятки, и машина наша перевернулась. Так, нам что нужно покупать? Нам нужно покупать улучшение, ребятки, самого автомобиля, крепление. Бронь. Автомобиль, ребятки, у нас бронирован. Мы с вами едем на всех параметрах. Давай, 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 давай. Пошёл, 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 пошёл. Поехал, поехал, поехал. Совсем еще немножко. Давай, 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 давай. Мы сюда. О, отлично, ребята, вы видели, куда мы заехали с вами. Вай, 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 вай. И все, бензинчик у нас закончился. Но тем не менее, ребятки, бензин мы обязательно с вами купим. Давайте, собственно, купим с вами бензин и поедем, ребятки, дальше. Ускорение отлично сработало. Даже некоторые ускорения включить, ребята. Нравится, о чем я вам говорю. Даже не ускорения, негде. Давай, давай, поехал, поехал, поехал. Надо, ребятки, покупать новую броню, потому что эта броня уже совсем никуда не годится. Денег очень мало, ребята. Надо, чтобы денег было побольше. А ребята не хотят играть во взломанную версию. Я говорю, давайте
Ребятки, поиграем во взломанную версию этой игры. У нас уже будет все открыто. А мои подписчики говорят, не-не-не, мы хотим, чтобы ты играл именно в такую версию обычную, потому что мы после тебя будем ее проходить, и нам надо знать, как ее правильно проходить. И для вас, дорогие подписчики, я вот снимаю вот данные видосики, дорогие друзья. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Купим чего-нибудь. Давайте, наверное, купим новый двигатель. Новый двигатель мы купим, ребята. И все, ребята, больше мы ничего не можем купить, потому что у нас нет денег. Ой, ребятки, что это такое-то было-то, а? Давай, погнали, 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 погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я разбил пол машины своей. Да что ж ты будешь делать, а? Опять у меня, надо, короче, прокупать себе, я так понял, ребятки, новую броню, потому что она абсолютно неэффективна. Старая бронь, потому что она уже, посмотрите, моя машина, ребятки, уже практически развалилась. Куда же это годится, да, скажите мне, пожалуйста. Вау, ребята, вы видели, давайте скорость рубим на целую катушку. Так, ускоритель закончился, пишет, мне надо, конечно, было бы его лучше включить, конечно же, здесь. Но, тем не менее, ребята, посмотрите, куда мы заехали, вы видели, вот это прикольно. Давай, 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 вау, отлично, мне пишет, ребята, это просто круто. Наверное, мы с вами заработаем из-за этого больше немножко денег. Бензин у нас еще пока что есть, лампочка у нас пока что еще не моргает. Ой, все, бензин закончился. Как раз только начали про бензин, дорогие друзья, и бензин тут же закончился, ребятки. Так, ребятки, ну что ж, я предлагаю улучшить, ребятки, скорость. Улучшить скорость, ребятки, и, наверное, ребятки, это мы не можем купить. Мы можем купить, ребятки, новую коробку передач. Все, погнали. О, ребята, скорость намного отличная. Намного лучше, ребят, посмотрите, с какой скоростью я просто несусь по этим... Ребята, склоном. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Давай-давай-давай, поехал. Да что ж ты будешь делать? Еще совсем немножко. Давай, малыш, давай-давай-давай. Отлично, просто супер. Вай-вай-вай-вай-вай. Газу. Хорошо. Поехал. Отлично. Вай-вай-вай-вай-вай. Да что ж такое? О, ребята, вот это взрыв. Мне очень понравилось это. Давай, еще совсем немножко. Поехали. Газу. Вот надо включать, ребятки, нитро. Ой-ой-ой-ой, опять нет. Надо его включать. Давай, ребята. Еще совсем немножко. Вай. Давай, взрывайся. Ух, отлично, мы взяли денежку, дорогие друзья. Бензинчик закончился-то у нас, ребята. Бензин закончился, надо покупать бензин, ребятки. И погнали, ребятки, дальше. Так, ребятки, в следующий раз нам нужно увеличить обязательно нашу мощность нашего автомобиля, потому что он уже практически не едет. Вау. Давай, покажем всем, на что мы способны. Уважаю, ребятки, посмотрите, кузов уже прогнулся. Да, тоже так идет, да? Надо покупать, ребята, срочно увеличивать мощность нашего этого, ребят. Надо срочно нам увеличить мощность этого, скажите. Мощность кузова, чтобы он был намного мощнее. Посмотрите, уже крылья и двери подпадали. Куда же догодится, да, скажите мне. Вай. Хватает мощности нам, ребята, чтобы выехать. Надо покупать новый автомобиль. Да что ж такое, перевернулся-то, а? Так, ребятки, что ж тут 80, ребята, а нам даже не хватает для того, чтобы заделать наш автомобиль. Давайте купим, наверное, двигатель, ребятки, чтобы мощность была намного лучше. Вот это я понимаю, уже намного лучше, ребята, едет. Давай, малыш.
совсем чуть-чуть. И у нас уже, ребятки, нет этого. У нас уже нету не ускорителя, а у нас уже нету этого. Брони, которая режет зомби, ребятки. Она, ребятки, очень много чего значит, потому что... Отлично, ребята. Мы взяли денежку. Да. Просто супер. Давай. Совсем немножко, ребятки, нам осталось, и мы бы заработали очень много денег. Так, ребята, ну что ж, давайте купим, собственно, броню. Наконец-то мы с вами уже брони у нас на максимуме, ребятки. И, собственно, поехали. Все, ребята, за броню мы не успокоимся. Она у нас на максимуме. Это просто круто. Я думаю, что через пару раз мы уже должны добраться до следующего, ребятки, чекпоинта. Таким образом и победить. Давай. Газу. Пошел. Надо ускорителя еще купить нового, ребята, чтобы мы с вами смогли дальше заезжать. Разбилось, ребятки. Ого, ребята, зомби бежал, и за ним бочка. И за ним бочечка. Так, погнали. Газу, ребята. Газу. Ой. Пошел, поехал. Еще совсем. Ох, отлично. Просто супер, ребятки. Мы проехали по тем балкам, по которым не смогли проехать в предыдущих частях, дорогие друзья. Хорошо, так как. Но автомобиль наш уже, ребятки, практически развалился. О, мы разбили эту бочку, которую, ребятки, не смогли разбить в прошлый раз, и бензин закончился. Я считаю, ребятки, что если мы с вами купим бензина, мы должны уже доехать, в принципе, да. И ускоритель нам еще нужен. Я думаю, мы уже с вами, ребятки, доедем до финиша. Давай, пошел. Сделал маневр. Давай, зомбик. Беги. Так, бензин у нас еще, ребятки, все-таки в запасе есть. Мы этим, ребятки, пользуемся. И я думаю, что мы должны... Ух, отлично, это было очень круто. Я думаю, что мы должны в этот раз уже, ребятки, доехать до финиша. Броня у нас также, ребятки, еще полностью не использована. Да что ж ты делаешь? Быстрее едь! Ай, мы потеряли пару литров бензина из-за того, что застряли там. Ой. Да что ж ты будешь делать? А куда же догодиться там? Конечно, чуть-чуть надо нам покупать, ребятки, новое усиление брони. Не брони, а ускорение новое. Бери денежку. Отлично. Хоть денежку взял. Хоть что-то, ребятки, радует. Так, ну что ж, обязательно покупаем вот эту штуку. Так. И покупаем, ребятки. О, мы можем два ускорителя купить. Все, ребята, у нас теперь намного больше есть ускорения. Чтобы бензин попросту не тратить, ребята.
Ребята, мы свою машину уже разбили и ускоритель весь потратили. Как-то мы с вами немножко неправильно сделали, надо всегда делать наоборот. Это было, ребятки, в действительности прикольно. Вот это уже не прикольно. Ну зачем здесь поставили эти дурацкие ящики? Да что ж такое-то, а? Надо покупать бензин. Все, бензин, ребятки, мы купили. Все, теперь погнали. Теперь бензина, ребятки, нам должно хватить до для того, чтобы доехать до финиша. Сейчас посмотрим, насколько нам хватит этого бензина, ребят. Давай быстрее. Медлишь. Я, ребятки, ускорение включаю только тогда, когда это в действительности нужно. Чтобы попросту его не тратить, ребята. Только включаем тогда, когда оно нам в действительности надо. А это, то бишь, ребята, будет знаете где? Это будет, ребятка, только... Только в отдельных случаях. Сейчас я вам покажу, где, например. Это будет, ребятки, на примере. Можно и здесь немножко дать. А также, ребята, можно поддать. Сейчас я покажу вам, где. Вай-вай-вай, отлично, отлично. Так, ускорителя у нас немножко еще есть. И мы с вами сейчас будем перепрыгивать там, где много ящиков. Которые ящики нам дают перепрыгивать, ребята. Мы с вами их просто... перепрыгнем за счет ускорителя, вот и все. Отлично. Здесь вот, ребята. Отлично, ребята. Так, бензин у нас еще показывает, что есть вроде бы. Ого, ребят, посмотрите. Посмотрите, все попадало. Ого, что это такое-то? Бензин уже моргает, ребята. Бензин закончился. Ай, до финиша остался 2 метра. Ребята, вы видели, у нас до финиша осталось реально 2 метра. Так, ну что ж, давайте купим ускоритель, дорогие друзья, чтобы уже до верточку доехать. Теперь уже до финиша мы должны доехать, ребятки, 100%. Погнали, скоро, ребятки, нас ждет новая машина, ребята. Мы скоро должны открыть новый автомобиль с вами. Поехал, 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 поехал. Давай, давай, молодец, 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 молодец. Хорошо, замечательно, просто супер. Ой-ой-ой, не перелетели немножко. Немножко не перелетели, друзья, но ничего. Да что ж такое, вай-вай-вай, чуть-чуть неправильно, конечно. Нормально, нормально, нормально. Давай газу, чувачок. Давай, я знаю, ты умеешь. Зомби прицепился, ребята, к моей машине. Вы видели, вон он. Вы видели, как прицепился и не хотел отцепляться. Говорит, говорит, ребята, я хочу ехать с тобой. И все тут. Ого. А вот это, ребятки, уже не круто. Что это такое? Не дает мне проехать. Потому что бензин, ребята, кончается. Кончается. Я не могу проехать. Бензин уже моргает на исходе. Ну, 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 ну. О, ребятки, отличненько. Хоть и бензин закончился, но мы с вами до чекпоинта доехали. Наконец-то, дорогие друзья, мы с вами прошли этот уровень. Остался еще один, ребятки, чекпоинт. И таким образом мы с вами обязательно пройдем уже игру. Так, все у нас вроде бы есть, ребятки. Теперь погнали. Новый уровень, дорогие друзья. Вай-вай-вай-вай-вай. Пошел, 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 пошел. Ух, отлично, отлично. Просто супер. Ого, зомби, ребята, видели? Они висели на потолке и ждали, пока я буду ехать, чтобы скинуться мне на крышу. Чтобы прицепиться ко мне на крышу, ребятки. Вы видели? Это просто нужно было видеть, дорогие друзья.
я реально. Вау, 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 вот это круто, вот это месиво. Еще одна пушка, вау, отличный взрыв. Вообще отлично, они сумели перелететь, но ничего. Продолжаем нашу игру, ребятки. Отличный взрыв, отлично. Просто круто. Вау, ребята, ускоритель уже у меня пишет, что закончился. Мы уже с вами практически, ребятки, проехали полный уровень. Сейчас уже будет больше уровня, ребята, но нам не хватает мощности, ни скорости. Бензин, ребятки, у нас кончается. Нам надо покупать новую коробку передач, дорогие друзья, и новый двигатель для того, чтобы проехать этот уровень. Да, ребятки, конечно, бензин закончился посередине уровня. Это, конечно, не есть у нас хорошо, но тем не менее мы сейчас будем, ребятки, все это, все эти вопросы решать. Так, все мы здесь купим. Так. Отличненько. Все, теперь у нас ускоритель, ребята, на максимуме. Нам надо колеса, я так понимаю. Сейчас мы будем менять колеса. Сейчас потихонечку, ребятки, мы все с вами купим и проедем этот уровень, чтобы открыть новый автомобиль. Ай, наверху денежка была, ребята. Надо было бы, если было бы у нас нитро, мы бы с вами заехали обязательно наверх. Взяли бы денежку, дорогие друзья. Вай-вай-вай. В этот раз мы заехали намного дальше, дорогие друзья. Видите? Так, у нас есть 150 тысяч, ребятки. Я рекомендую увеличить мощность колес, ребята, хочу. И, наверное, коробку передач давайте сделаем. Все. Ребятки, взрыв был только что, но нам нужно продолжать, нам надо продолжать, ребята, самое главное, это продолжать, дорогие друзья. Никому не слушайте. Давай, 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 поехал, пошел, 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 пошел. Ух, отлично, ребятки, мы вылетели туда, куда в прошлый раз не могли и взяли денежки, ребята. Давай, 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 полетели, полетели, полетели. О, ребята, вы видели, какой был взрыв. Посмотрите, как далеко мы с вами, ребятки, на этот раз заехали. Вот что значит, ребятки, новая коробка передач, новые колеса. Теперь будем уделять этому внимание, ребята. Так, у нас есть 200 тысяч, дорогие друзья. Покупаем новый двигатель. Покупаем новую коробку передач, дорогие друзья. И погнали. Это круто. О, да-да-да-да-да, вот это взрывы эпичные. Когда же я уже приеду на новую заправку за новым автомобилем, ребята? Наверное, скоро. Отлично. Отличненько мне пишут, что это просто круто. О, отличненько мы взяли, ребята, ящик с деньгами. Это просто замечательно. Дала нам проехать. А, ребята, а бронь-то мы, ребятки, потеряли уже с вами.
Я думал, у нас такая будет нормальная, а мы ее-то потеряли, оказывается. Давай, еще совсем немножко. Поехал. Давай, малыш, есть. Газу. Не зря я тебе купил новые колеса. Давай, покажи, на что ты способен. Поехал. Давай. О, ребята, вы видели? А я слишком медленно. Как слишком медленно? Я должен проехать дальше. О, отлично, мы взяли второй мешок с деньгами. О, ребята, и тут взрыв еще. Пошел. Поехал. Дайте мне ускорителя, уже у нас, ребятки, нету. Мы практически доехали до финиша. Совсем чуть-чуть еще, ребятки, осталось. Так, заработали мы с вами немножко денежек, дорогие друзья. Давайте с вами купим новые колеса. И, собственно, ребятки, скоро нам надо покупать будет тяжеловес. Так, ну еще немножко, дорогие друзья, мы пройдем с вами этот... Отличненько, ребятки, отличненько. Это просто замечательно, дорогие друзья. Я считаю, что это просто круто. Посмотрите, что мы делаем. Какие виражи, ребятки, мы с вами делаем. Вот это взрыв. Вы видели, ребят? Потеряли всю броню, я не знал, что я так сильно ударюсь. Я, конечно же, извиняюсь за свою халатность, но у меня не было другого выбора, дорогие друзья. Да, ребятки, это такое. Ой, ребята, я там выглядел, пришел практически не буду. Давай, газу. Посмотрите, ребятки, куда мы с вами уже доехали. А ускоритель закончился. И здесь тоже, ребятки, у нас закончился. Совсем еще немножко нам осталось до финиша. Ребята, до финиша буквально оставалось 10 метров, и мы с вами не смогли доехать. Но ничего, дорогие друзья, в следующий раз мы должны с вами обязательно это сделать, дорогие друзья. Все, у нас все на максимуме. Нам осталось только купить оружие, дорогие друзья. И все, я думаю, мы с вами пройдем это замечательно. Доедем до нового автомобиля и возьмем новый автомобиль, ребят. Пошел. Отлично. Просто сюда. Давай, по головам, ребята, вы видели? Я проехался по головам. Вот это прикольно, в действительности. Вот это прикольно. Отлично. Вай. Поехал. Ребята, опять разбился. Да что ты будешь делать, ребята?
денежку взяли, отлично. Потом разъящик с деньгами. Просто круто. А еще бы немножко нам нитро, ребятки. И мы бы с вами 100% бы доехали туда, куда, ребятки, надо. Или, может, мы и доедем в этот раз. Отличненько, дорогие друзья, мы с вами доехали в этот раз до заправки. О, полицейский автомобиль. Ребята, мы получили полицейский автомобиль. Это просто круто, это просто замечательно, ребята. Посмотрите, мы с вами уже, ребятки, прошли половину игры. Это просто не может не радовать. Ребятки, хорошо, так, ребята, 216 тысяч у нас, и у нас полицейский автомобиль. И мы, посмотрите, это просто круто, ребятки. Мы можем сразу же купить, конечно же, бензин, ребята. Ребятки, и все, больше у нас ничего не остается. О, ребятки, посмотрите, а здесь вместо пропеллеров, ребятки, ускорение, это турбина, это ракетный двигатель. Ого, ребятки, вот это будет эпично в действительности и будет очень круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство, дорогие друзья. С вами был, как всегда, Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, дорогие друзья, чтобы не пропускать мои видео новые на моем канале. Поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Я всех очень люблю, дорогие мои подписчики. Пока-пока.